Национальная команда России по футболу добилась домашней победы над сборной Армении в товарищеском матче в рамках подготовки к грядущему чемпионату мира. Россияне владели преимуществом на протяжении практически всего первого тайма и дважды смогли воплотить свое превосходство в забитые мячи. Сборная России по футболу в товарищеском матче обыграла команду Армении со счетом 2-0. Напомним, что сборная России этим летом примет участие в финальном турнире чемпионата мира в Бразилии. Россияне выступят в группе Н, где соперниками станут Бельгия, Алжир, Южная Корея. И с корейцами России предстоит встретиться 18 июня, с бельгийцами 22 июня, а с алжирцами 27 июня.